Заветная дорога, которая ведет на остров, на котором каждый год летом проходит фестиваль «Мир Сибири». Ну, все держим пальцы крестиком, чтобы в этом году все свершилось и все мы вновь встретились на этом замечательном фестивале. Будет так. А что это был кинотеатр? Короче, такое вот остатки советской жизни в поселке Шушенского. Мои любимые зимние птички. Боже мой, какие они красивые. Сегодня мы гуляем по Аллее Победы. Вот такая вот здесь мемориальная.